Прежде всего, разрешите вас приветствовать здесь, в Белом доме. Борис Николаевич попросил меня передать вам, во-первых, его личный привет. Но, к сожалению, он приболел. У нас сейчас такая эпидемия гриппа идет, острое респираторное заболевание. Я вчера встречался с президентом, у него уже немножко голос сел, но он надеялся, что все-таки сегодня встреча с вами состоится. К сожалению, врачи сказали, что нет, лучше все-таки выздороветь. Поэтому, прежде всего, просто личное приветствие от президента России Бориса Николаевича Ельцина. Deswegen vor allem den großen persönlichen Gruß von Präsidenten. Самые лучшие люди, которым будут вручаться самые высокие награды Российской Федерации. Все-таки я вам честно сказал бы, что да, чего-то там не доделали, когда операцию делали, пока вот остается. Нет, все уже закрыто.